В Анапе после нескольких месяцев подготовительных работ началась масштабная кампания по сносу незаконных рекламных конструкций. Первые три рекламные щита были демонтированы на кольцевой дороге в районе станицы Анапская. Земля здесь не предназначена для размещения рекламы. Да и в плане безопасности дорожного движения они здесь нежелательны. Красочные надписи и яркие картинки отвлекают водителей. Сносить чужие конструкции удовольствие не из дешевых. За каждый из них подрядным организациям уплачено по 6 тысяч рублей. Конечно, все понесенные расходы будут взысканы с владельцев незаконных конструкций. Дело по очищению пространства от несанкционированной рекламы продолжили на улице Ленина. Огромный щит, простоявший не один год, демонтировали в течение одного часа. Всего в реестре значится порядка 60 таких незаконных конструкций. И всех их ждет одна судьба – снос. Специалистами муниципального учреждения Центра развития были соблюдены все процедуры – предупреждения, штрафы и вот крайняя мера – демонтаж. Благодаря тому, что десятки рекламных щитов были в разработке одновременно, сносы их в ближайшее время можно будет наблюдать почти каждый день. Вадим Родин, Александр Кореневский, Анапа регион.